Алюминиевый двигатель. Чтобы сделать этот двигатель, нам необходимы двигатель переменного тока фазы, адаптер, спица и алюминий. Возьмем алюминиевую бутылочку и сделаем отверстие и проведем через нее спицу. Как и видите, алюминиевая бутылка гладко вращается. Используя адаптер 110 вольтовый, поставим на двигатель. Теперь возьмем двигатель переменного тока фазы и внутреннюю часть его поставим двигатель. Как видите, алюминиевая бутылка начинает быстро вращаться. Есть вращающееся поле, которое заставляет двигатель алюминия.